Всем привет! Так, мы, значит, решили заказать фонарик домой. Не знаю, какой пришел фонарик. Сейчас посмотрим. Так. Фонарик, значит. Не знаю, положили какую-то вот пипетку. Так. Ну что, фонарик нормальный, тяжелый, пипетка, не знаю зачем, сейчас выясним. Так, ага, наверное, там батарейки нужны. Если раздвинуть будет узкий пучок, если сдвинуть не узкий. Ладно, так, значит, сначала надо ставить батарейку. Значит, сюда у нас вставляются 3 мизинчиковые батарейки. Давайте вставим. Так, раз, два. Так, а где пипетка? А, так, а вот эта штука, оказывается, мне подсказали. Нет, это тот же самый блок, только здесь можно вставить одну большую батарейку. Вот. Либо 3 вот этих мизинца. Ставить. Ой, уже светит. Так, ну что? Всю грязь видно. Так, а если эту штучку... А, ну да, если эту штучку сдвигать-раздвигать, то просто так, пучок больше и пучок уже. Ну все, собственно, какие-то режимы. Нет, а вот, да, есть несколько режимов. Вот такой. Это какой-то сос, видимо, да? Вот. Да. Просто светит. Быстро светит, сос светит, ну просто светит, ну пучок светит, а вот пучок большой стал, пучок маленький, большой. Вот, в целом фонарь прикольный, не знаю, работает нормально, такой тяжелый, типа металлический шнурочек тут дали в подарок, ну комплект короче. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, всем пока.